Приветствую всех из Одессы. Сегодня 21 ноября 2024 года. Сегодняшнее утро в Одессе и в Одесской области, да и в целом по территории нашей страны, началось с воздушной тревоги. Тревогу объявили в 5.04. Тревога была масштабная по всей территории Украины. Причина – это угроза пуска баллистических ракет с полигона Капустин-Яр Астраханской области. Судя по всему, была угроза пуска ракет РС-26, ракет «Рубеж», за которые я вчера неоднократно сообщал в своих видео. Это баллистическая межконтинентальная ракета. Соответственно, угроза присутствовала для всей территории нашей страны. Также был зафиксирован взлет истребителей МиГ. Присутствовала угроза нанесения ракетного удара кинжалами. И также был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Энгельс. Кто вчера смотрел мои вечерние видео, я сообщал о том, что был взлет стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья, это Мурманская область, и тоже присутствовала угроза нанесения ракетного удара. Но данные бомбардировщики приземлились на Энгельсе, и я предупреждал о том, что, скорее всего, это было сделано для того, чтобы потом быстро взлететь и быстро пустить ракеты, то есть чтобы не лететь этот промежуток с Мурманска аж до пусковых рубежей. Так и произошло сегодня утром, вот примерно в 5.53 поступила информация о том, что 4 борта Ту-95МС совершили пусковые маневры двумя волнами. И предупредили о том, что если пуски реальны, ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве ближе к 6.30-6.40 утра. Вот. В воздухе всего было зафиксировано 6 бортов, 4 борта приземлились на Энгельсе и 2 борта совершили посадку в Астрахани. И уже в 6.38 поступила информация о том, что первые ракеты заходят через Черниговскую область, курс южный. Ракеты довольно долго петляли по стране, сперва летели на Киев, развернулись с Киева, полетели на Полтаву, из Полтавы развернулись, полетели на Днепр. Сегодня под атакой был Днепр, вот, по Днепру били и крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Вроде бы как сообщают о том, что там есть прилеты. Вот. У нас в Одессе все было спокойно, взрывов никаких не звучало. Прилетов по официальной информации за прошедшую ночь и за сегодняшнее утро ни в Одессе, ни в Одесской области нет. Но в связи с ракетным ударом по Днепру, я так понимаю, у нас введены экстренные отключения света. А нет, уже, кстати говоря, пишут, что экстренные отключения отменены. Возвращаемся к графикам. Сперва ввели экстренные отключения, а уже только что сообщили о том, что экстренные отключения отменены. Поэтому, в принципе, все нормально. Вот, подробности за Днепр пока что не знаю, ничего не сообщается. Как только будет обновляться информация, буду сообщать. Ну и, соответственно, ждем официальную информацию от воздушных сил относительно того, какие ракеты атаковали нашу страну, сколько их было, ну и более детальные подробности. Как только будет информация, обязательно сообщу. Первые новости выходят в Телеграме, ссылочка на Телеграм в закрепленном комментарии под видео. Поэтому подписывайтесь, кто хочет быть в курсе происходящего. Всемирного неба, до встречи, пока.